Итак, друзья, вы послушали историю создания проекта DESI. Она очень интересна, и действительно эту историю люди переводят на многие языки, потому что она достаточно необычна. Вот. И мне выпала честь презентовать вам бизнес DESI на русском языке, потому что Джереми говорит у нас только на английском. Вот. Я, слава богу, еще русский язык не забыл, поэтому я постараюсь сжато, без воды, донести до вас концепцию DESI и показать вам, что это такое. Что такое DESI, в чем феномен DESI, да, в чем уникальность DESI. И для начала я хочу коротко пройтись по дисклеймеру и напомнить о том, что DESI – это не инвестиционная программа, это краудфандинговая платформа, это проект по краудфандингу, где мы на первом этапе собираем деньги на развитие искусственного интеллекта DESI. И в качестве награды за этот краудфандинг получаем акции компании Datec, а точнее доли компании, которые потом будут конвертированы в акции. Всего от общей эмиссии Datec дает 10% своих акций тем людям, кто участвует в краудфандинге. Средства под управлением, которые собираются, тоже используются для цели тестирования рынка, живого рынка и разработки этого уникального продукта. Данная презентация, она в принципе ориентирована на тех людей, кто никогда не слышал про DESI, либо слышал что-то, но еще толком не знает, что это такое. То есть она для новичков, для тех, кто получает информацию практически впервые. Итак, будем двигаться. Я надеюсь, что мы впишемся в 40, может быть, минут. Постараюсь сильно не затянуть, хотя информации очень много, вот, и я, как уже сказал, постараюсь быть лаконичным. Итак, децентрализованная система искусственного интеллекта, DESI, по-английски это Decentralized AI System, это проект, который очень сильно набирает обороты сейчас по всему земному шару, на всех языках, и давайте начнем по порядку, что такое DESI. DESI – это акционерная краудфандинговая модель, то есть это модель краудфандинга, при котором вы становитесь акционерами того бизнеса, в который вкладываете деньги через краудфандинг. Это децентрализованный смарт-контракт, не компания, это крайне важно, мы всегда это подчеркиваем. Здесь нету централизации, здесь реально децентрализованная система, и тем самым система гарантирует прозрачность, и поэтому огромное количество людей, огромное количество участников заходит со всех концов света, потому что людям надоели манипуляции на сетевом рынке, надоели, когда кучка людей, которые во главе у компании, переставляют целые ветки, целые команды, терминируют топ-лидеров, издеваются над своими партнерами, над теми, кто работает в компании. Здесь в данном случае полная прозрачность, это смарт-контракт, и это инновация, это технология, которая стоит во главе маркетинговой части этого бизнеса. Здесь каждый партнер может получить как прибыль от трейдинга, так и акции компании и доход от построения сети. В настоящее время средства собираются, как я уже сказал, на компанию Endotech, на проект развития искусственного интеллекта. Участники получают эксклюзивные пакеты акций, доли прибыли компании. Что такое искусственный интеллект DESI? У нас уже на сайте выложен, пока, правда, на английском языке, но мы будем сейчас переводить на все языки, вот после юридической проверки тщательной, выложен white paper, то есть белая бумага по тому, что такое искусственный интеллект DESI. Но если говорить коротко, то это система искусственного интеллекта, разрабатываемая компанией Endotech. Это новое поколение трейдинга с использованием искусственного интеллекта. То есть это некая система, которая мониторит все, что происходит в мире, и использует эти данные, эти большие данные, big data, для того, чтобы извлекать наибольшую прибыль с трейдинга. Мы говорим про практически все финансовые рынки, не только криптотрейдинг. Искусственный интеллект DESI существенно приумножит текущую эффективность искусственного интеллекта. А у нас есть уже статистика у Endotech, я про это буду сейчас рассказывать, за 3 года. Она просто шикарная. И предполагается, что вот этот суперинтеллект, он еще больше ее увеличит. Это первый проект, финансируемый через краудфандинг DESI. То есть DESI – это краудфандинговая платформа, где первым проектом является компания Endotech, а именно вот этот проект DESI, искусственный интеллект DESI, DESI AI по-английски. И дальше в будущем будут, конечно же, другие бизнесы, другие проекты, которые тоже можно будет финансировать через краудфандинговую платформу DESI.
Цель собрать 10 миллионов долларов США через платформу, через USDT, через Tron, через смарт-контракт на развитие. Эти деньги собираются через реферальную программу на это заработок, который идет на верхний аккаунт матрицы. Об этом тоже мы будем говорить. И плюс вторая цель, второй таргет – это привлечь под управление полмиллиарда долларов, так называемый DAISY фонд, куда собираются деньги, тоже с целью исследования, я напоминаю, да, для того, чтобы получать живые данные с рынка. Вот эти два таргета нужно достичь, тогда первый этап бизнеса DAISY будет у нас закончен. Искусственный интеллект DAISY – это способ превращения DTEC в публичную акционерную компанию после разработок, а на это уйдет где-то год-полтора, искусственного интеллекта DAISY. В следующем году, в 2022 году, мы планируем, что компания DTEC будет делать IPO и выйдет на фондовый рынок. Это в дорожной карте у нас заложено, и это я еще покажу. Итак, DTEC. Что такое компания DTEC из Израиля, о которой многие сейчас уже говорят? Очень сильно распиарена эта компания. Можете погуглить, посмотреть, почему так сильно распиарена. Потому что это настоящая компания, высокотехнологичная компания, компания трендовая в сфере финтех, в сфере искусственного интеллекта. Это первый технологичный партнер для краудфандинга DAISY. Глобальная финансово-технологическая компания, специализирующаяся на тренинговых системах. То есть, по сути, компания DTEC работает на торговых рынках, на финансовых рынках при помощи искусственного интеллекта. Последние три года специализируется на именно крипторынке, но дальше будет заходить в другие финансовые рынки, такие как Форекс, фондовый рынок и так далее. Да, это тоже в дорожной карте у нас обозначено. И компания DTEC обеспечивает ведущие финансовые организации трейдинговыми системами с искусственным интеллектом. И мы с вами – это огромная комьюнити партнеров по всему миру, кто имеет практически эксклюзивный доступ к этим системам искусственного интеллекта через краудфандинговую модель, и можно здесь долгосрочно зарабатывать прибыль. Успешный опыт, как я сказал, уже трехлетний опыт работы у компании DTEC, все это отслеживается на сайте, вся статистика видна, показатели статистики просто шикарные. Но опять-таки я напоминаю о том, что здесь нету ежедневной, еженедельной, ежемесячной доходности в этой системе. Эта система работала изначально с институтами, то есть с крупными институциональными клиентами, с крупными клиентами, которые инвестируют средства там от миллиона долларов и выше, и подобные клиенты, они не смотрят каждый день или каждую неделю, сколько им заработано прибыли, да, они нацеливаются на год, на два, на три, то есть на долгий срок. Здесь также мы маленькие, скажем так, инвесторы по всему миру, да, мы через краудфандинг помогаем компании DTEC развить новый искусственный интеллект, и мы настраиваемся на долгую дистанцию. Да, и это, по сути дела, лейтмотив всей концепции DAISY. Да, здесь нет ежедневной прибыли, но в долгосрочной перспективе мы ожидаем хорошие показатели, исходя из той статистики, которая у нас есть за последние три года. Компания основана доктором Анной Бекер и также управляется ведущими учеными в сфере искусственного интеллекта, то есть у доктора Анны Бекер, у нее есть целая команда таких ученых, они сейчас работают над созданием вот этого вот искусственного интеллекта и вместе, по сути дела, руководят бизнесом. Ну, конечно же, во главе бизнеса стоит именно Анна. Алгоритмы Анны управляли за годы ее опыта капиталом больше, чем на 1 миллиард долларов, использовались институциональными деньгами, крупными игроками, хедж-фондами, финансовыми компаниями по разным частям света. США, Европа, Азия в разных частях света знают доктора Анну. Она является одним из ведущих экспертов в сфере искусственного интеллекта, вот особенно на рынках, на финансовых, да, рынках, и пишет книги, в том числе по ее книгам, обучаются, в частности, в университетах Франции. И мы гордимся тем, что у нас партнер – это настоящий эксперт в области искусственного интеллекта. Да, это не выдуманный персонаж, это никакая не легенда, как в каких-то других
может быть, так называемых компаниях или проектах, да, это совершенно реальный человек. Можно много информации на разных языках найти в интернете, и мы периодически доктора Анну Бекер вызываем на наши встречи, на наши Zoom. Но сегодня она не будет с нами, ее с нами не будет, но на русском языке она уже выступала несколько раз, и многие из вас ее уже знают. В возрасте 20 лет она разработала алгоритм двукратной аппроксимации, да, это такой уникальный алгоритм, над которым бились ведущие ученые в течение 20 или 30 лет и не могли его разгадать эту формулу, и Анна это сделала, и тем самым, в принципе, привлекла внимание экспертов в области математики, и после этого ее карьера очень бурно закрутилась, завертелась. Она жила долго за границей, она жила в том числе несколько лет в Америке, работала на Чикагской товарной бирже с другими участниками и тоже развивала разные алгоритмы. То есть на рынках, на финансовых доктор Анна работает больше, чем 20 лет, и за эти годы построила большую клиентскую базу среди вот крупных институциональных разных клиентов, да, с организаций, крупных финансовых организаций. И в том числе ее очень хорошо знают в ведущем израильском университете Технион, где Анна преподавала в возрасте, очень молодом возрасте, 19-20 лет ей было, и она получила позже докторскую степень в области искусственного интеллекта. Значит, что же мы можем видеть, какие показатели компания Endotek делает и делала на этом рынке? Вот здесь один из примеров как раз крупного клиента, институционального клиента. Здесь видно, да, что вложено было на старте в январе 2018 года, как раз тогда коммерческое использование алгоритмов криптотрейдинга началось. 1 миллион долларов был вложен, и мы видим, да, что с использованием компаунда, это сложного процента, да, более 2000%, то есть это 20 иксов было заработано вот за этот период времени. Причем здесь показано, да, то, что 21 выигрышный месяц и 13 проигрышных месяцев, да, то есть это говорит о том, что могут быть периоды в этих системах в течение одного, двух, даже трех месяцев, когда прибыли вообще нету. Я уже сказал, здесь мы работаем на длительную дистанцию, это реальный трейдинг, это не вымышленные какие-то цифры. Также вот здесь показатели, как работают стратегии доктора Анны с использованием плеча. Да, все мы знаем, что такое плечо. Это кредит, который берется на бирже, в данном случае на Binance. И видно, да, что это реальный абсолютно показатель. С 1 сентября 2020 года по 9 ноября, то есть 2 с небольшим месяцем, да, деньги работали, стартовый капитал был 10 тысяч, и на выходе видим, что практически 40 тысяч. Учетверение капитала. Но здесь высокорискованная, очень высокорискованная стратегия. Плечо здесь было X10, работал USDT к биткоину, и данная стратегия, она в DeFi не используется. Это просто для того, чтобы показать вам, что такие, за такой короткий срок, такие большие прибыли тоже системы алгоритмические компания Endotek могут производить. Вот здесь показано, как выглядит кабинет DeFi. В нем есть два раздела. Это крауд, это раздел по маркетингу, где можно следить, сколько вы заработали уже денег. Вот здесь реворд, да, суммарно, сколько у вас личных партнеров и так далее. И второй раздел – это фонд, где видно, сколько денег участвует в фонде, сколько ваших денег, какая прибыль. То есть вся аналитика по фондовой части, по финансовой части. По маркетинговой – это крауд, и по фондовой, и эти данные, они берутся в режиме реального времени, считываются прямо со счетов на Binance, где на данный момент наши средства под управлением находятся. Дорожная карта. Старт Endotek – это 2012 год, регистрация компании, и кого интересуют эти документы, естественно, есть, то есть компания официально зарегистрирована в Израиле. Значит, с 2018 года, с января, коммерческое использование систем трейдинга было начато. С ноября 2020 года Endotek уже начал проводить, это внутренняя оценка, компании, да, уже стал проводить внутренние такие бухгалтерские, скажем так, оценки, вот, подсчитывать свою капитализацию. И на тот момент, поскольку компания – это финтех, и у таких компаний используются
очень сильный мультипликатор, да, при подсчете капитализации, да, то оценка составляла в ноябре-декабре 2020 года в 100 миллионов долларов. Да. На данный момент эта оценка гораздо выше, потому что средств в управлении у компании гораздо больше. В январе 2021 года у нас запустился DeSi Crowd, у нас система DeSi запустилась в таком в полутестовом режиме. Вот были некоторые технические ошибки, вы это все, многие из вас это хорошо знают, мы 4-5 дней поработали, об этом вы слышали, в принципе, вот в той истории DeSi, да, о которой мы рассказывали в начале. И после этого, вот буквально сейчас мы ожидаем, через 2 дня, да, это у нас будет новый старт, и после этого мы двигаемся дальше. И на самом деле то, что здесь указано в дорожной карте, это, скорее всего, такой, я бы сказал, очень консервативный сценарий. Скорее всего, мы будем двигаться гораздо с более позитивной динамикой. Задача в этом году у нас собрать, напоминаю, 10 миллионов долларов через верхний аккаунт матрицы, да, для развития искусственного интеллекта на разработке искусственного интеллекта DeSi и 500 000 000 долларов под управлением тоже для развития этой системы, для получения живых данных, живых торгов для того, чтобы максимально эффективно система была разработана. 2022 год по плану это завершение проекта разработки DeSi и выход Эндотека на фондовую биржу IPO, после чего, конечно же, то, что называется это в профессиональном, на профессиональном языке exit, да, происходит продажа акций, и каждый из участников краудфандинга сможет зафиксировать определенную прибыль. Плюс 2022 год – это выход на новые финансовые рынки. Это уже не только крипторынок, но это в том числе рынки Forex, фондовый рынок, торговля фиатными валютами, да, это и есть Forex, и привлечение дополнительных средств. Здесь написано 1 миллиард, да, на самом деле уже нам нужно переделать эту дорожную карту. Мы уже ожидаем больший капитал под управлением, и ко второй фазе развития проекта мы будем регистрировать фонд, который сможет принимать деньги под управление на разных финансовых рынках. Ну и в 2023 год это ценные бумаги, да, тоже это фондовый рынок здесь показано. Это все вот эта дорожная карта, она была построена еще в октябре, в ноябре, еще до запуска DeSi. Да, сейчас мы можем все это на самом деле сдвинуть практически в 2021 год, при условии, что мы очень быстро пройдем первый этап вместе с вами, да, вместе с партнерами, с лидерами по всему миру. Вот, увидим, как это все будет происходить, и потом откорректируем обязательно дорожную карту. Теперь, значит, как работает программа вознаграждения для участников. У нас здесь 10 уровней краудфандинга, то есть 10, мы их называем по-английски tier, можно по-русски либо тиры, либо пакеты, начиная от 100 долларов. Минимальный пакет 100 долларов, каждый начинает со 100 долларов. Каждый участник получает равную долю, даже без разных приглашений, акций из 5% пула, то есть 5% от общей эмиссии, от общих акций Эндотек будет роздано участникам краудфандинга. Естественно, пропорционально вложению в пакеты. От 50 до 70% от каждого взноса, да, от каждого пакета краудфандинга идет в трейдинг в целях исследования рынка. И когда в трейдинге зарабатывается прибыль, то каждый участник может нажать на кнопку вывода, и 70% прибыли от торгов будет возвращаться участнику. 15% идет на выплаты резидуального бонуса по реферальной программе, еще 15% остается вознаграждение компании Эндотек за то, что она, собственно, увеличивает ваш капитал. Это по принципу фонда это вознаграждение осуществляется. То, что по-английски называется performance fee, либо success fee. Каждый участник может в любой момент вывести свои заработанные средства, и в момент вывода средств 70% идет участнику, да, и 15% распределяется по партнерской программе, о которой я тоже также буду говорить. Можно строить бизнес, развивать реферальную партнерскую программу, и максимум до 46% от цены пакета идет на выплаты по реферальной программе. Вот здесь дальше я покажу схему работы вообще всей этой экосистемы, как все построено. Мы работаем с Троном, с блокчейном Трон, поэтому вы регистрируетесь
скачивайте приложение. Мы рекомендуем TronLink, но это может быть любое другое приложение, их несколько на рынке существует, которое поддерживает, скажем так, доступ вот к этому смарт-контракту, это так называемый DApp, да, децентрализованное приложение. И в USDT вы покупаете, да, делаете взносы в краудфандинг, покупаете пакеты, и дальше мы видим, да, что от 50 до 70% идет в трейдинг на живые торги, и до 46% идет на реферальную программу. Но остается еще 4%, они идут в компанию Endotech, плюс основателем проекта DAISY с каждого пакета, да, маленький процент распределяется таким образом, до 46% выплачивается на реферальную программу. И здесь видим, да, то, что когда на живых торгах компания Endotech зарабатывает прибыль, 85% прибыли идет на вознаграждение. Я уже говорил, 70% клиентам, 15% на реферальную программу, и 15% остается у Endotech, оседает у Endotech. Все средства, все доходы с прибыли от партнерской программы идут на тот же кошелек Трона, откуда изначально вы USDT вкладываете. Да? Также в USDT все доходы вы получаете. То есть здесь идет работа полностью в криптовалюте USDT, которая привязана у нас, мы знаем, да, к доллару. Это стейблкоин, работающий в системе, в протоколе Tron, не путать с USDT эфира, то есть здесь другой USDT, который с Троном работает. Почему Tron? Мы изначально выбрали Tron по той причине, что у Tron гораздо более низкие комиссии, чем у эфира. Это достаточно сильная экосистема, это сильный блокчейн, он масштабируется. На платформе Трона можно быстро построить миллионную сеть или сеть из партнеров, 10-миллионную, 100-миллионную, да, то есть он масштабируется, в принципе, безлимитно. Это так работает блокчейн, и мы можем очень быстро здесь строить нашу экосистему и сообщество. Почему вообще выбрана была система смарт-контракта и почему, да, остановились на Троне? Потому что это автоматизирует процесс маркетинга. То есть здесь каждый партнер, он видит, что все прозрачно, здесь нет никаких манипуляций со стороны основателей этого проекта, здесь нет никакой компании централизованной, которая все это контролирует. Да? То есть все работает на блокчейне, все у нас децентрализовано. И, по сути дела, это в тренде DeFi, да, децентрализованных финансов, это в тренде блокчейна, это в тренде децентрализации, поэтому такой огромный сейчас резонанс, ажиотаж идет на всех рынках, от Латинской Америки до Новой Зеландии, от Канады до Японии, по всему миру сейчас огромный ажиотаж по DAISY, потому что DAISY, по сути, является первым проектом, который предоставляет возможность работать через смарт-контракт, но с реальным продуктом, который также на 100% прозрачен. То есть компания Endotech показывает, как идут торги, компания Endotech показывает, начинает, вот скоро начинает показывать аудиты, будут постоянные аудиты одной из топ-4 аудиторских мировых компаний, и здесь обеспечена полная прозрачность. Комиссии за газ в Троне, они гораздо ниже, чем в эфире, поэтому, в принципе, никто от этого не обанкротится, и таким образом мы можем на Троне работать в течение длительного срока, и это удобная платформа. Дальше частый вопрос возникает: окей, хорошо, вот вы говорите, у вас матрица, у вас есть какие-то сетевые доходы, а что делать мне? Я просто хочу вложить в краудфандинг, я не хочу никого привлекать. Таких людей у нас большинство, как в любой партнерской программе, да, есть основная масса людей, которые никого никогда не приглашают. Да? Хотя мы в DAISY, я думаю, эти рекорды побьем, потому что здесь даже те люди, кого никогда не приглашали, те люди, которые никогда никого не приглашали, они начинают делиться информацией, делают это очень активно. Тем не менее, если вы никого не приглашаете, у вас есть три способа заработка. Первое – это владение акциями. То есть каждый пакет, он включает доли, они потом конвертируются в акции, и вы на выходе после IPO, вы можете заработать, ну, это будет видно, конечно же, по результатам IPO, по оценке компании Endotech, но здесь можно заработать гораздо больше, чем вы вложили в пакеты, в краудфандинговые пакеты. Второе – это вознаграждение от трейдинга, потенциальный доход от успешных торгов системы искусственного интеллекта Endotech. Здесь тоже это понятно, это не ежедневный, не еженедельный, не ежемесячный доход, но как только вы видите, что у вас в кабинете, да, что у вас есть какая-то прибыль, нажимаете на кнопку вывода, 70% очень быстро получаете на ваш кошелек, и вы можете таким образом фиксировать прибыль. Компания Endotech, доктор Анна, и мы также напоминаем о том, что здесь идет
включается сложный процент, и если вы хотите по истечении 1 года или 2 лет получить большие результаты, и если вам нравится статистика Эндотека за последние 3 года, то вам нужно иметь в виду то, что эта статистика, она учитывала именно сложный процент, да? Не линейный, а именно сложный процент. Это означает, что когда прибыль зарабатывается, она автоматически прибавляется к балансу. Но каждый здесь для себя решает, как ему выводить прибыль, то есть каждый сам отвечает за свои действия, за свой бизнес. Третье – это потенциальные переливы в матрице. Даже если вы никого не приглашаете, ничего не делаете, то вы можете до 48% от ваших взносов в пакеты, от краудфандинговых взносов получить при помощи переливов. Это максимум 48%. И я покажу, как это работает. Вот два верхних уровня матрицы мы видим, да, у нас матрица 3 на 10, то есть под каждым участником 3 свободные ячейки, дальше идет 9, 27 и так далее. Вот в первом поколении матрицы 3 человека, потом 9, всего получается 12, и максимально можно заработать 12 плюс 36 долларов. Это здесь речь идет про первую матрицу, у нас всего их 10, я об этом тоже расскажу. Можно таким образом чуть ли не половину средств окупить очень быстро, но при условии, конечно же, наличия переливов. Переливы есть не у всех, это не то, на что мы настраиваем партнеров в этом бизнесе. Да, мы настраиваем на активную работу, я тоже об этом буду говорить. Итак, давайте посмотрим, какие есть пакеты краудфандинга. Есть 10 пакетов, как я уже говорил. Первый пакет – это 100 долларов, дальше идет удвоение 200, 400, 800, 1600 и так далее. Максимальный пакет – 51 200. Здесь всего внесено, да, показано, сколько всего внесено. Если вы купите все 10 пакетов, то это 102 300 долларов. Это та сумма максимальная, которая на один аккаунт может быть внесена. И видно, да, то, что с 1 по 7 пакет, с 1 по 7 идет распределение 50 на 50, то есть 50% идет в трейдинг под управление компанией Endotech для разработки искусственного интеллекта, а 50% идет в маркетинг. Ну, чуть поменьше, чем 50, да, 46, если так придираться. Вот. По последним 3 пакетам немножко другая математика. 8, 9, 10 пакет работают таким образом. 70% идет в трейдинг, то есть это более выгодно, да, с точки зрения получения потенциальной прибыли от трейдинга. И 30% меньше коэффициент идет в маркетинг. Таким образом, есть стимул для партнеров делать апгрейды, доходить до 8 пакета, до 9 пакета, тогда пропорционально больше денег идет в трейдинг, и все эти деньги, они не идут никуда на ветер, вы через свой кабинет отслеживаете все торги и можете выводить прибыль, как я уже говорил, в любой момент. А теперь давайте посмотрим, как можно активно сотрудничать с DeSi, с этой системой DeSi, и как на этом можно зарабатывать, какие деньги на этом можно зарабатывать. Здесь есть у нас 5 бонусов на старте и 2 бонуса на выходе, то, что называется. Да? Доход на входе – это глобальная матрица 3 на 10, форсированная матрица. Дальше это прямой бонус продаж, матчинг бонус, бонусы быстрого старта, они же пейсеттер называются, да, и бонусы пейсеттер голд и лидершип. И резидуальный доход на выходе, это когда клиенты выводят свою прибыль в момент вывода прибыли. Вот это, почему он резидуальный, этот доход, потому что это может продолжаться месяцами и годами. И каждый раз, когда ваши клиенты, которые в вашей коммерческой организации находятся, выводят прибыль, вы будете с этого получать по чуть-чуть, в итоге эти деньги могут стать гораздо больше, гораздо ощутимее, чем те доходы, которые вы получаете на входе. Да, об этом я сейчас буду как раз говорить. И помимо дохода на входе, резидуального дохода, еще есть акции компании, напоминаю, 5% акций компании Endotech идет при покупке любого пакета, и 5% идет тем лидерам, тем партнерам, кто закрыл статус золотого пейсеттера. Золотого пейсеттера, не бойтесь этих слов. Я объясню, что это такое. Давайте двигаемся по порядку. Первый бонус, классический, самый простой. Вы пригласили человека, человек купил пакет, вы получили 5%. Купил второй пакет за 200 долларов, получили 5%. Пакеты покупаются с маленького до большого, нельзя их пропускать, то есть все партнеры покупают. Сначала обязательно пакет на 100, это входной билет в эту экосистему. Пока вы 100 долларов не заплатите, вы в матрицу встать не можете. Да? Дальше пакет 200, 400, 800, 1600 и так далее. И каждый раз, когда ваши личные партнеры будут покупать пакеты, вы с этого будете получать 5% мгновенно на ваш кошелек через децентрализованный смарт-контракт на блокчейне
трон. Вот так строится матрица. Я хочу, чтобы вы это поняли. Я общаюсь с большим количеством людей, сетевиков и тех людей, кто начал еще с 90-х, продуктовые компании продвигал. И почему-то, к моему огромному удивлению, очень многие не знают, что такое форсированная матрица. Вот давайте не путать. Есть матрицы в MLM-индустрии делящиеся, а есть матрицы глобальные, либо форсированные, либо не форсированные. Вот в данном случае мы работаем, у нас нет никаких делящихся матриц, у нас нет никакого закрытия матриц. Это одна огромная матрица, которая движется сверху вниз, заполняется, и у каждого своя, скажем так, мини-матрица в этой одной большой матрице. Поэтому это называется глобальная матрица. Почему она форсированная? Потому что принудительно все партнеры, кого вы приглашаете, встают в эту матрицу сверху вниз, слева направо. Здесь показано, как это работает. Вы пригласили человека, сначала он встанет под вас налево, потом второй человек под вас в середину и третий человек направо. Четвертого пригласили, у вас уже три места под вами занято, поэтому четвертый пойдет вот сюда. Сверху вниз, слева направо, в первое свободное место. Да, вот здесь показан сценарий, когда вы только приглашаете людей. А справа сценарий с переливами. С переливами, которые отнюдь не гарантированы системой, я про это говорил, но тем не менее эти переливы, они могут помогать вам заполнять вашу матрицу. Да? И таким образом, вот если это вы пригласили, например, человека первого, но вот это место уже занято, потому что ваш спонсор, либо кто-то, кто выше вас, сделал вам перелив, и сюда вам пришел партнер, которого вы даже и не знаете. Да? Поэтому ваш первый партнер тогда встанет вот сюда. Второй, например, встанет сюда, вот, третий сюда и так далее. Да? И могут быть переливы таким образом, что вот это, вот, например, в вашем во втором поколении, вот последняя ячейка заполняется тоже вашим спонсором. Здесь абсолютно такие абстрактные примеры показаны. Главное, чтобы вы поняли принцип работы этой матрицы. Итак, она заполняется, она не будет заполняться, знаете, гармонично, вот эта вся глобальная матрица двигаться. Первое поколение, второе поколение партнеры с разных стран заходят, такого никогда не будет. Есть всегда активные лидеры в любом бизнесе, которые двигают этот бизнес, и у них матрица заполняется более активно. А есть менее активные лидеры, которые ждут переливов, у них позиция не совсем лидерская, они больше ждут переливов, нежели чем сами создают эти переливы. И в таком случае у этих лидеров матрица заполняется с меньшей скоростью. Поэтому каждый сам здесь может определить, как он будет сотрудничать, взаимодействовать с этой экосистемой DESI. И если вы выбираете активную лидерскую позицию, да, то тогда у вас есть шанс более быстрого заполнения матрицы. У нас не одна матрица, что тоже очень многих смущает, потому что аналогичного маркетинга на рынке практически нет, тяжело найти похожую систему. Здесь 10 матриц, то есть каждый пакет, есть пакет за 100, он вас впускает в первую матрицу, есть пакет за 200, он вас впускает во вторую матрицу, есть пакет за 400, он вас впускает в третью матрицу. Таким образом, всего существует 10 матриц. Если вы купили только пакет за $100, вы попадаете только в первую матрицу, и вы играете в этот бизнес, в эту игру только в первой матрице. Да? То, что происходит во второй матрице, вы этого не видите, потому что вас там нет. И если вы зашли только на $100, а ваши партнеры, кого вы приглашаете, вперед вас сделали апгрейд до $200, то они вперед вас попадут во вторую матрицу. Так этот бизнес построен. Да, это может кому-то показаться необычным, но это стимулирует партнеров сразу же на старте брать хотя бы несколько пакетов, чтобы как минимум не терять своих партнеров в первых матрицах. Да? Никто здесь не говорит, что все должны брать или берут сразу же 10 пакетов, чтобы попасть в 10 матриц. Не у всех есть для этого бюджет, но каждый по карману определяет, на какое количество пакетов может зайти. Значит, мы говорили, что есть у нас прямой бонус 5% со всех пакетов с первой линии, и дальше у нас идет матричный бонус. Вот этот, наверное, на входе, это самый главный бонус, он очень-очень денежный, и я вам уже говорил, что с первых двух поколений вы будете зарабатывать деньги, даже если вы никого не пригласили. Видите, здесь не нужно лично никого приглашать, эти партнеры не должны закупать какой-либо объем для того, чтобы вы зарабатывали. То есть это такой тестовый вариант, чтобы каждый партнер мог прочувствовать эти комиссии матричные и после этого решить для себя, будет ли он дальше двигаться, будет ли он приглашать людей в этот бизнес и получать комиссии не только с первых двух поколений тестовых, но и также с третьего, четвертого и так далее, вплоть до 10-го матрица, еще раз говорю, 3 на 10 у нас. Итак, как работает квалификация? Начиная с третьего поколения, вам нужно квалифицироваться, чтобы получать с третьего поколения. Третье поколение – это у нас первое 3, второе 9, третье 27. А вот где 27 партнеров, оттуда, чем глубже мы опускаемся, тем, естественно, больше там
партнеров, участников, видим, да, вот третье поколение 27, потом 81, 243 и так далее. Чтобы получать с третьего поколения, вам нужно три человека лично пригласить, и нужно, чтобы эти три человека на $1000 сделали закупки. Купили пакеты, любые пакеты, может быть, один купит сразу же там 5 пакетов, а два других по 100, так же будет считаться. То есть никакого баланса тут нету. Очень простое требование, элементарное, очень легко начать получать вознаграждение с третьего поколения. Почему система вообще так работает? Потому что изначально система DAISY была создана не как система халявы, и не как система, в которой ничего не нужно делать, просто занять место повыше и лежать на пляже под пальмой, пить мохито и смотреть на море и думать о том, что жизнь удалась. Да? То есть вот такой халявы мы ни в коем случае не поощряем в системе DAISY, и мы призываем всех партнеров к активным действиям. Мы считаем, что вознаграждение должно приходить тем людям, кто приложил усилия. Мы все так считаем, сначала нужно приложить какие-то усилия, и потом уже что-то получать, какие-то бенефиты от этого бизнеса. Поэтому первые два поколения, они такие тестовые, да, чтобы вы прочувствовали, как это работает, а дальше идет уже квалификация. Чтобы получать четвертый уровень, вам нужно пригласить 6 человек, и они должны купить на $2000 пакетов. Дальше видим, да, что каждый уровень добавляет еще трех партнеров, и объем закупок становится в два раза больше. И так, чтобы с 10-го поколения получать, а в 10-м поколении у нас потенциально может быть 59 тысяч человек, представляете? Это мы говорим сейчас только про одну матрицу, а может быть до 10 матриц, и в каждой из этих матриц может быть до 59 человек. Тысяч человек. То есть здесь огромнейший просто потенциал. Чтобы получать с 10 поколений, нужно 24 человека лично пригласить, и надо, чтобы они закупились на $128 000. Тогда вы полностью на все 10 поколений квалифицируетесь. И видно, что доход матричный, вот, он составляет с пакетов 1-7 4% с первого поколения, 4% со второго, дальше по 3% с третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, 4% с девятого, 4% с десятого. От суммы пакета, будь это пакет за 100, за 200, за 400 и так далее. Да? Я думаю, что вы это поняли. С более дорогих пакетов выплачивается в два раза меньше. 2% с первых двух поколений, потом по 1,5% и опять 2%. То есть всего не 34% идет на матричный бонус, а 17%. Это максимально, да, всего идет 17%. Почему это так работает? Потому что я вам уже говорил, что с 8, 9, 10 самых дорогих пакетов 70% идет в трейдинг. Не 50, а 70. Поэтому на маркетинг остается денег заметно меньше. Поэтому матричный бонус, он меньше. Какой потенциал дохода в матричном бонусе? Давайте рассмотрим вариант только пакетов со $100. Да, вот это очень важный вариант, потому что основная масса людей статистически заходит вот именно на этот пакет и делает апгрейд не сразу же. Да? Больше половины, конечно же, делают апгрейд до второго пакета, потом до третьего и так далее. Но все при старте все равно все должны начать с этого, с первого пакета. И первые деньги зарабатываются именно вот с первой матрицы, с этих пакетов. Итак, потенциально вы можете, если полностью ваша матрица заполнится, если полностью она заполнится, а это в 10 уровне 59 тысяч человек, человек, да, а всего это 88 572 человека. Это, конечно же, это такой идеальный вариант, когда все гармонично заполняется, да, вся матрица. Можно только с первой матрицы, только вот когда все покупают пакеты по $100, заработать $346 000. А если посмотреть пакеты с первого по седьмой, и полностью все матрицы, если заполняются, то 43 миллиона потенциал. Да? А если 8-10, вот эти дорогие пакеты посмотреть, то 154 миллиона. А всего потенциал матричного бонуса 198 миллионов долларов. Это если полностью все 10 матриц, если вы взяли 10 пакетов, вы во всех 10 матрицах участвуете, и все эти 10 матриц заполняются полностью, что, конечно же, скорее происходит в теории, чем на практике, но тем не менее потенциально на один аккаунт можно с маркетинга вытянуть вот эту сумму, 198 миллионов долларов. Здесь показано, да, как эти 10 матриц работают, я уже про это сказал, просто визуально показано, чтобы вы еще раз для себя поняли то, что здесь не одна матрица. Если партнеры под вами, вперед вас, купят более дорогие пакеты, то они вперед вас попадут во второй пакет, в третий, в четвертый, в пятый, неважно. Вы взяли 5 пакетов, вы попали в 5 матриц, вы заняли там места, вы подтянулись по генеалогии за своим спонсором в эти матрицы. Да? И дальше ваши партнеры покупают тоже пакеты. И кто-то из них купил не только 5, а 6 пакет. Тогда ваш партнер, неважно на каком уровне, он
подтягивается за следующим спонсором по генеалогии, да, по линейной генеалогии в эту шестую матрицу, а вас-то там нет, потому что вы шестой пакет не взяли. Да? То есть вы должны понимать, как это четко, как это работает. И обязательно сначала обязательно общайтесь со своей первой линией, обязательно узнавайте, какие у них планы, какие у них цели. И если они хотят делать апгрейды, пускай они сначала говорят своему спонсору, и вы общаетесь со своей первой линией, чтобы не было такого, что они делают апгрейды вперед вас. Да? Или как минимум, чтобы они уведомляли вас, что сейчас будут брать четвертый пакет, шестой пакет, восьмой, неважно, да, любой пакет, чтобы вы об этом знали. Может быть, это вас подтолкнет к тому, что вы тоже приобретете более высокий пакет. Да. Естественно, те лидеры, кто активно здесь работают, берут минимум 6, 7, 8 пакетов. Да. Меньше людей берут 9, 10, хотя это наиболее выгодные пакеты. Да. Если взять все 10, то вы во всех 10 матрицах, вы получаете со всех 10 матриц, и плюс у вас около 70% в трейдинге от общей суммы, там $102 000, и плюс вы становитесь VIP-клиентом, о чем я буду дальше говорить тоже. Итак, мы поговорили, прямой бонус 5% обсудили, матричный бонус обсудили, дальше это матчинг-бонус. Очень сладкий бонус, он выплачивается в системе DAISY с одного только поколения, с первого поколения. Когда ваши личные партнеры зарабатывают матричный бонус, о котором я только что говорил, вы получаете автоматически, мгновенно, децентрализованно, прямо на ваш кошелек, прямо на TronLink, либо другое приложение, с которым вы работаете, 10% от этой суммы дохода ваших партнеров. Но здесь есть квалификация для того, чтобы никто не делал никаких прослоек, никто не злоупотреблял системой. Как работает квалификация? Все очень просто. Если вы квалифицированы, в данном примере показано, на пятое поколение, да, видно, вы пригласили 9 человек, и они сделали закупки на $4 000. Таким образом, вы по матрице, в матрице вы квалифицировались на 5 поколений. Вы получаете доход матричный из 5 поколений. Так вот, на сколько поколений вы квалифицированы по матричному доходу, со стольки поколений вы будете получать матчинг бонус. Все очень просто. Все очень просто. То есть, если ваши личные партнеры, они с большей глубины получают матричный бонус, там, 6, 7, 8 поколения, то вы эти деньги не будете зарабатывать. Вам нужно лично квалифицироваться на большую глубину, на 6, на 7, на 8 поколение. Ну и плюс, если вы купили только, например, первые 5 пакетов, а ваши личные партнеры зарабатывают матричный бонус, например, там, 7, там, 8, 9 пакета, да, вы с этого, естественно, ничего не зарабатываете, потому что вас в этих матрицах в принципе нет, о чем я только что говорил. Такие условия существуют. Льготный период 48 часов – это крутейшая штука. Когда вы заходите в DAISY, у вас при старте, у каждого партнера, после того, как он покупает первый пакет за $100, есть 48 часов льготного периода, в течение которого вы получаете доход со всех 10 поколений в матрице. Вам не нужно квалифицироваться, даже если вы никого не приглашаете, если у вас переливы будут в третьем поколении, в четвертом, в пятом, в шестом поколении матрицы, вы будете с этого зарабатывать. Но как только часики дотикают до 48 часов, как только вы в третьи сутки переходите, с того момента вы получаете только с двух поколений верхних, помните, да, если без квалификации, и дальше вам требуется уже квалификация. Вот здесь это написано, да, отсутствие квалификации по матрице во время льготного периода и получение матричного бонуса до 10 поколений. Итак, опять-таки я хочу, потому что часто говорят, что маркетинг DAISY, он немножко сложный, его нужно слушать 2-3 раза, я хочу вот специально каждый раз повторять, что я уже вам рассказал. Это 5% бонус, прямой бонус с продаж, это очень просто, да, матричный бонус, который максимально с 10 поколений платится. Матчинг-бонус – это 10% от матричного бонуса вашей первой линии. И это все на входе. И плюс на выходе вы получаете, согласно этой таблице, когда ваши клиенты выводят прибыль, нажимают на кнопку вывода прибыли через свой кабинет, они получают 70% от прибыли, 15% идет в компанию Endotech за то, что она деньги клиентов увеличила, и еще 15% идет вот по этой табличке. Когда ваши личные партнеры выводят свою прибыль, вознаграждение от прибыли, да, из системы, вы с этой суммы получаете 3,5%. Если они это делают каждые полгода, вы будете каждые полгода получать. Если каждый месяц, каждый месяц. Если кто-то будет делать это каждую неделю, когда у него прибыль есть, конечно же, генерируется, да, то это будет каждую неделю. То есть как только
все ваши партнеры первой линии выводят прибыль, 3,5% вы как спонсор получаете. Вот это тот самый резидуальный бонус с прибыли, который можно получать в течение очень длительного времени, единожды проделав работу по привлечению партнеров в данную систему. Да? Также, естественно, со второго поколения вы получаете 1%, с третьего 1%, и так вплоть до 10-го поколения. Здесь тоже есть квалификации. Если вы по матрице квалифицированы, например, на 3 или на 4 уровня, то вы будете получать здесь тоже только с 3 или с 4 уровней. Да? То есть на сколько уровней вы квалифицированы в матрице на входе, со стольки уровней вы будете получать вот этот линейный бонус от прибыли с торгов на выходе. Ну и поскольку в матрице первые два поколения не требуют квалификации, здесь вы тоже с первых двух поколений, даже без квалификации, будете получать доход. Резидуальный бонус не имеет лимита, да, это понятно. И плюс здесь еще работает динамическая компрессия. Я думаю, что школы по маркетингу русскоязычные лидеры будут обязательно проводить и уже проводят, и там более подробно все будет разбираться вместе с кейсами. Дальше мы подошли к самому вкусному в маркетинге, это бонусы быстрого старта, и еще вкуснее это пейс-сеттер, да, вот это новое слово, незнакомое для русского уха. Что такое пейс-сеттер? Ну, это по-английски означает человек, который закладывает темп. Пейс – это темп, сеттер – это как, ну, человек, который закладывает темп, то есть это, по сути говоря, такой скоростной бонус. Это человек, который быстро стартует в бизнесе, быстро стартует, да, поэтому мы решили не переводить это на русский, так прямо с английского взяли кальку пейс-сеттер. Что такое бонус быстрого старта или бонус пейс-сеттер? Это когда вы в течение 30 дней после регистрации, вот сегодня вы зарегистрировались, у вас есть 30 дней на то, чтобы закрыть пейс-сеттера. Если вы квалифицировались по матрице на 5 поколений, это значит, что вы пригласили лично 9 человек, они купили пакеты на 4000 долларов, именно эти 9 человек, да, не группа, вся группа внизу, а именно эти люди, то вы квалифицировались на 5 поколений матрицы, и 6-е поколение вы получите бесплатно от системы, если вы это сделали в течение первых 30 дней. Если вы дальше на 6-е поколение квалифицировались, 12 человек пригласили, и они 8 тысяч долларов вложили в краудфандинг, то вы 7-е поколение получите. Вот это называется бонус быстрого старта или бонус пейс-сеттера. Но самое интересное, это если вы за 30 дней, первые 30 дней в бизнесе квалифицировались на все 10 поколений, тогда вы стали золотым пейс-сеттером, голд пейс-сеттером, и тогда вы будете получать процент от глобального товарооборота. И вот это на самом деле очень-очень круто. То есть со всех пакетов, со всех продаж, которые происходят в Китае, Японии, Вьетнаме, Новой Зеландии, Нигерии, неважно, Польша, Германия, в любой абсолютно стране, у нас практически в любой стране у нас огромное количество партнеров и лидеров, со всех этих продаж вы будете процент, какую-то маленькую частицу получать. Как это работает? Да? С каждого пакета у нас в системе DeSi существует два пула, лидерских пула. Вот один это золотой пейсеттер и другой лидерский бонус, о котором тоже я буду говорить. Да? 1.8% от всего краудфандинга, от всех пакетов, то есть если это пакет за 100 долларов, то это 1 доллар 80 центов идет в этот пул. Идет в этот пул, и оттуда пропорционально выплачивается всем тем партнерам, кто квалифицирован на Gold Paysetter, кто за первые 30 дней квалифицировался на 10 поколений, то есть пригласил 24 человека, и они купили пакетов на 128 тысяч долларов. Эта возможность дается только в течение 30 дней вашего бизнеса. Если вы квалифицировались на 10 поколений, на 40-й день или на 50-й день вашего бизнеса, то вы уже не станете gold пейсеттером. Именно поэтому так это называется, пейсеттер, что вам нужно заложить здесь скорость развития вашего бизнеса, и тогда вы будете получать, во-первых, вы будете получать на входе процент от всего краудфандинга, и на выходе, когда эти же клиенты глобальные по всему миру, которые нажимают на кнопку и выводят прибыль, когда они выводят прибыль, 1.25% от прибыли тоже идет в этот котел, в этот пул, и тоже делится пропорционально среди всех золотых пейсеттеров. И плюс вы получите еще долю во втором пуле акций компании Datec, во вторых 5%. Напоминаю, первые 5% идут всем абсолютно, и вторые 5% лидерам, кто квалифицировался на золотого пейсеттера. И плюс есть еще лидерский бонус. Вот у нас делятся два пула. Первый – это золотой пейсеттер, второй – это лидерский бонус. Да? Что это такое? Вот здесь визуально показано.
Итак, золотой пейсеттер, напоминаю, это когда вы квалифицируетесь на 10 поколений матрицы, то есть 24 личных партнера вы пригласили, и они на 128 тысяч долларов сделали закупок. В течение первых 30 дней вы получаете 1,8% от всего краудфандинга, 1,25% от всей глобальной прибыли и 5% акций в первые 30 дней после регистрации. А лидерский бонус, второй бонус, работает немножко по другому принципу. Здесь нету каких-либо ограничений по времени, то есть вы можете закрыть статус, лидерский статус пейсеттера и в течение 2 месяцев, и в течение 3 месяцев, спешки нет, но вам нужно, чтобы в вашей первой линии среди лично приглашенных партнеров у вас появилось 3 золотых пейсеттера. Первый золотой пейсеттер, второй золотой пейсеттер, третий золотой пейсеттер. Они могут стартовать, один стартует сегодня, второй стартует через 15 дней, третий через 30 дней, неважно. Вот когда 3 человека в вашей первой линии закроют этот статус, вот этот вот статус, да, станут золотыми пейсеттерами, у вас когда 3 таких партнера, вы получаете одну долю в лидерском пуле. И тогда вы будете получать тоже 1,8% от всего краудфандинга и 1,25% от всей глобальной прибыли. Но это другой пул, то есть это 2 общих пула. И чтобы вам попасть в этот второй пул, вам лично не нужно быть самому золотым пейсеттером. Это очень частый вопрос. Вам не нужно быть самому золотым пейсеттером. Но, конечно, если вы и сами золотой пейсеттер, и у вас в первой линии 3 как минимум золотых пейсеттера, то вы будете получать и отсюда 1,8% с глобального товарооборота, и отсюда 1,8%. Часть от этого, да, от этого процента, от 1,8%. И плюс и отсюда от выводимой прибыли, глобальной выводимой прибыли партнерам. И нет ограничений по количеству долей. То есть если у вас в первой линии не 3 золотых пейсеттера, а 6 или 9 или 12 или может быть 30, если у вас 30, если вы очень крутой рекрутер, да, вы очень активно рекрутируете людей, у вас 30 золотых пейсеттеров в первой линии, то вы тогда будете иметь не одну долю, а 10 долей. Естественно, ваш доход будет в 10 раз больше. В 10 раз больше, потому что распределение идет пропорционально количеству долей, которыми владеет тот или другой лидер. Но я думаю, что здесь тоже все понятно. И, в принципе, мы уже приближаемся к концу презентации. Как это работает? Как это работает? Да, все доходы в Дейзи выплачиваются мгновенно, децентрализованно на ваш личный кошелек. Это у большинства партнеров это TronLink, как я уже говорил. Но вот эти 2 пула, они не идут мгновенно вам на кошелек, они чуть-чуть иначе работают, они копятся, начисляются в специальные пулы, в отдельный смарт-контракт, и оттуда, когда вы нажимаете на кнопку в кабинете, вы можете это делать каждые 5 минут, каждый час, каждые 2 часа, неважно, раз в сутки, вы выводите уже на свой кошелек. Да, поэтому деньги таким образом со всех глобальных продаж какой-то процент заходит в ваш карман через вот эти 2 пула и направляются в ваш кошелек. Это такие важные, настолько важные бонусы, что они, в принципе, вот эти 2 пула, они могут платить вам больше, чем матричный бонус на входе, заметно больше. Особенно если у вас будет несколько долей в лидерском пуле, да, и у нас в системе есть много лидеров, которые это ощутили уже на своем примере и знают конкретно, как это работает. Поэтому те люди, кто будут попадать в эти пулы, это как раз тот самый лидерский костяк в системе Дези, который имеет активную лидерскую позицию и активно здесь работает и движется. Давайте мы уже приближаемся к концу. Давайте мы подытожим, какие у нас есть пакеты и как можно сотрудничать с компанией, не с компанией, да, с экосистемой Дези. Пакет 1-пакет 7, то есть пакет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, как я уже говорил, работают таким образом, что 50% от суммы пакета идет в трейдинг, а 50% идет в маркетинг. То есть половина средств, направленных на краудфандинг, идет в трейдинг для исследований, для получения данных с живого рынка, для развития интеллекта. Да? Пакеты 8-10 работают таким образом, что 70% средств направляются в Дейзи фонд, направляются под управление, направляются в трейдинг. И когда вы приобретаете все 10 пакетов, то у вас в кабинете загорается такая кнопка VIP-клиент, вы становитесь VIP-клиентом. И вы можете, начиная от 20 тысяч долларов, дополнительно инвестировать деньги. Вот это уже будет называться не краудфандингом, а именно инвестициями напрямую в компанию Endotech. 100% денег через API-ключи вы можете направлять на
трейдинг, на криптотрейдинг с использованием искусственного интеллекта. Сейчас это пока что не интеллект DeSi, да, но по мере развития интеллекта, суперинтеллекта DeSi, конечно же, мы ожидаем, что показатели трейдинга будут улучшаться. Да, где-то год-полтора у нас по дорожной карте намечено на развитие этого интеллекта. И вот здесь показано, как это работает. Программа VIP-клиентов. У нас уже многие люди, кстати, ей пользуются. Я тоже являюсь VIP-клиентом в этой системе, и я настроен на очень длинную дистанцию, на многие годы работы, сотрудничества. И если вы приобрели все 10 пакетов, то вы только в этом случае можете напрямую инвестировать 100% ваших средств через API-ключи, через ваш личный счет на Binance в крипто-трейдинг. Минимальная сумма инвестиций, как я сказал, 20 тысяч, средства на вашем личном счете, комиссия 5%. То есть, например, если 20 тысяч вы вложили как VIP-клиент, то тогда 5% от этого, это у нас сколько будет? Это у нас будет $1000, да, вы платите отдельно, помимо 20 тысяч, в компанию Endotech, чтобы она подключила ваш счет. Это временная акция, потом этот процент может быть увеличен, это позже обязательно об этом нам компания Endotech скажет, да, какие будут условия. Вот на первые 10 миллионов долларов привлеченного капитала от VIP-клиентов действуют данные условия, которые на слайде нарисованы. 80% прибыли идет вам, и 20% вы платите комиссию с прибыли. Опять-таки, это временно, этот процент может увеличиваться. Из которых половина идет в Endotech, а половина, 10%, на ту же самую реферальную программу, на тот же самый резидуальный бонус. И вы видите уже знакомую табличку, только здесь в первом поколении не 3,5%, а 1%. То есть также через смарт-контракт идут выплаты на 10 поколений вверх, и поэтому вы потенциально заинтересованы, чтобы в вашей сети, в вашей коммерческой организации были VIP-клиенты, потому что процент от их прибыли, которые они получают, вы также будете получать. А VIP-клиенты у нас могут инвестировать крупные средства, то есть это может быть и 100, и 200, и 300 тысяч долларов, и более крупные суммы. И, по сути дела, это такие институциональные счета. Итак, как можно присоединиться к DeSi? Во-первых, вам нужно скачать приложение, то есть здесь нужно немножко обучиться. Если вы раньше не работали со смарт-контрактами, скорее всего, вы не работали. Если вы не знаете, что такое Tron, что такое Tron Link, скорее всего, вы этого не знаете, вам нужно обучиться. Вам нужно пройти обучение, ничего не пугайтесь, все очень просто. Вы скачиваете приложение Tron Link, вам помогут ваши наставники обязательно, как приобрести USDT, потому что все пакеты приобретаются у нас в USDT. Вы платите 100 USDT, плюс немножко вам нужно иметь топливо в тронах, да, TRX, для того, чтобы транзакция прошла. И вы заходите в матрицу, в первую матрицу, и вы можете уже строить бизнес. Да. Если вы дальше покупаете за $200 пакет, то тогда во вторую матрицу попадаете и так далее. Понятно, что ссылку вы получаете от вашего спонсора-рекомендателя, то есть тот, кто вам рассказал про DeSi, он даст вам свою ссылку, и вы тогда регистрируетесь. И после покупки первого пакета начинается ваш бизнес, ваша история в DeSi. Вот на этом, в принципе, и все. Вместе мы творим историю DeSi, вместе мы развиваем все рынки. И мне очень приятно, мне выпала честь провести эту презентацию на русском языке, потому что во всем мире огромное количество русскоязычных партнеров, которые ищут, особенно сейчас в период коронавируса, какую-то возможность. Традиционные бизнесы сейчас не работают, традиционные финансовые рынки сейчас тоже лихорадят. Никто не знает, что будет завтра, никто не знает, когда закончится этот ковидный период, он может дальше затянуться. И все в поисках каких-то нетрадиционных, альтернативных способов заработка. Русскоязычных людей у нас огромное количество. Это миллионы, это десятки миллионов потенциально по всему миру. Да? Это Россия, Украина, Казахстан, это Киргизия, это Беларусь. Это огромное количество русскоязычной аудитории в Германии, в Испании, в Канаде. И даже в азиатском регионе очень много русских. Вот я сам 15 лет в Азии проживаю, поэтому распространяйте данную информацию среди ваших друзей, ваших партнеров, бизнес-ориентированных партнеров, в первую очередь, конечно же. И тогда русскоязычный сегмент в DeSi станет побольше и, может быть, поравняется с другими рынками, с такими рынками, как Германия, Япония, Латинская Америка, Вьетнам, Китай и так далее. Вместе мы творим историю DeSi. Остаемся на связи. С вами был Илья Манин. Всего лучшего и до новых встреч.